От внешней и внутренней отделки до благоустройства и установки оборудования. Весь комплекс работ, который включает реконструкция объекта, необходимо выполнить быстро и качественно. На это нацелил подрядчиков помощник президента Беларуси в ходе посещения ледовой арены Новополоцка. Сделано многое, однако впереди еще большой объем работ, поэтому графики, от которых сегодня отталкиваются подрядчики, необходимо пересмотреть. Сроки известные, работы еще предстоит очень много, но генподрядчик, проектировщик, субподрядчики уверенно сказали, что сделают все в срок. Ну, мы попросили с главой города, чтобы они уточнили графики, чтобы сделали более напряженным график и чтобы остался реальный срок на пусконаладку. Потому что задача, чтобы комплекс открыл свои двери для горожан, насколько я помню, 1 января. Вот. И для этого нужно сделать все. Здесь же Виталий Вовк отметил, что в гонке за сроками важно не потерять качество. Ведь большинство тех, кто сегодня задействован в реконструкции, новополочане. И строят они прежде всего для себя и своих семей, добавил помощник президента. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.